Всем привет! Другие видео на различные темы смотрите на нашем канале. Нажимайте на плейлисты и приятного просмотра. А мы продолжаем начатую тему по проектированию Wi-Fi интернет-радиоприемника. На этот раз у нас Wi-Fi модуль U-Node MCU ESP8266. В основном на AliExpress продаются вот такие Wi-Fi микросхемы, но для создания интересных проектов с ней нужно постоянно работать. А для этого необходимо, чтобы был USB разъем для подключения к компьютеру, чтобы прошивать микросхему, преобразователь с 5 на 3,3 вольта, а также дополнительные ножки для других модулей. На этой микросхеме расстояние между ее ножками меньше, чем на печатных проектируемых платах. И чтобы не травить под нее плату или паять проводки, делаю дополнительные ножки по размерам печатных плат. Также на модуле размещают USB TTL конвертер. Он позволяет подключать модуль к компьютеру через USB разъем для прошивки микросхемы. Для питания микросхемы установлен линейный стабилизатор на 3,3 вольта и конденсаторы. Это Wi-Fi антенна и светодиод, который показывает режимы работы модуля. На нем установлены две кнопки. Кнопка Reset сбрасывает настройки микрочипа до заводских. Вторая кнопка Flash необходима для прошивки микросхемы. Эта микросхема позволяет управлять и другими устройствами через Wi-Fi сигнал. На обратной стороне написана краткая инструкция по установке. Установи драйвер для микросхемы, используйте скорость 9600 и подключите к Wi-Fi. Далее интернет-адрес сайта, название компании и самого модуля. Во время проектирования у нас появляются как новые идеи, так и подводные камни. Получили мы печатные платы, но в описании было написано, что они сделаны из секста текстолита, а на самом деле они оказались из етинакса. Дополнительно сделали заказы на аудиоусилители, сенсорные кнопки и преобразователь напряжения. Все ссылки на товары находятся ниже под этим видео. Если вы покупаете товары на AliExpress или только собираетесь начать интернет-шоппинг, у нас для вас отличная новость. На торговой площадке AliExpress торгуют много различных продавцов, и некоторые из них могут быть не совсем честными. Они могут поднимать цены в 2 и более раз под различные скидочные акции, которые проводит сайт AliExpress. Чтобы вычислить таких продавцов, сервис EPN сделал для нас интересный браузерный плагин, с помощью которого вы можете получить 8,5% скидки на все товары, а также проследить динамику цены любого товара в течение 2 месяцев. Это очень интересная и полезная фишка для тех, кто заказывает товары на AliExpress. Для установки этого плагина вам необходимо зарегистрироваться по ссылке под этим видео на сервисе EPN, после чего установить плагин, ввести свой логин и пароль от сервиса EPN, и вы всегда сможете контролировать цену на нужный вам товар. Другие наши видео вы можете посмотреть вот тут или здесь. Если у вас появились вопросы или предложения по Wi-Fi интернет-радиоприемнику, пишите под этим видео, мы обязательно на них ответим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!